Всем привет! Вы на канале Вязание с Крокос. Меня зовут Ольга. Добро пожаловать! В преддверии 8 марта мы решили с девочками обменяться подарочками. И все это мероприятие организовывают у нас Галина с канала Вязание на перемене и Татьяна с канала Вяжем с дочкой. Я довольно часто упоминаю девочек в своих видео, потому что и помимо Ютуба, да, помимо влогов мы общаемся. Ну и, конечно, они являются организаторами многих проектов, в которых я участвую. Ссылочки на всех участниц вы найдете под видео. И сегодня мы будем распаковывать посылочку, которая пришла мне. На самом деле, изначально был от организаторов такой, ну, небольшой, какие правила, да, и там было оговорено, что посылка должна быть до 500 грамм, ну, чтобы всем было комфортно. И я, как человек, который всегда принимает правила игры, так и сделала. И, честно говоря, когда я увидела вес моей посылки, мне даже как-то стало неудобно перед девочкой, которой я, собственно говоря, ну, отправила свое поздравление. Но я делала это с огромной душой и постаралась собрать именно то, что пригодится и будет нужно. По крайней мере, как мне кажется. Как вы видите, вот эта огромная коробка мне пришла, здесь явно не 500 грамм, здесь 2 с лишним килограмма, она вот огромная, большая. И пришла мне данная посылочка от Людмилы с канала «Капелька тепла» Людмила Зверева. Давайте мы вместе ее будем распечатывать, сейчас я быстренько сниму здесь целлофан, да, и посмотрим, что же там вообще. Безумно интересно и не терпится, честно говоря, уже распаковать. Так, я это сделала, я сорвала пленку, было сделать это, кстати, непросто. Спасибо большое за такую качественную упаковку, чтобы точно ничего не повредилось. Я не заглядывала внутрь, давайте сделаем это вместе. Ну и потом я уже уберу коробку из кадра, да, чтобы нам было удобнее рассматривать, что же там. Я сразу же вижу письмо, написанное от руки. Это, я не знаю, возможно, это какая-то мелочь, но для меня это прям важно. Я сама всегда стараюсь писать письма именно от руки. Ну, это как-то, наверное, искренне. Вот что польется, да, не стирая, то и пишу. Очень всегда от души. И я думаю, что Людмила сделала здесь то же самое. Так, здесь упаковка. Как все красиво. Вау, что это такое? Я вижу название своего канала. Так, я сейчас прочитаю. Ой, спасибо большое. Это очень приятные слова. Так. Вы посмотрите, здесь мой логотип. Что же это может быть? А, вот, да. В письме сказано, нежно проведи рукой по красным пайеткам. И вот они сразу же. Так, давайте я сейчас уберу коробочку из кадра. Хотя, конечно, очень бы хотелось показать вам именно, как там все запаковано. Здесь все очень красиво. Боже, какая невероятная просто красота. И давайте я сейчас все-таки уберу, потому что кадр мне не позволяет все вам показать. Я так понимаю, это накидка. И вот те самые пайетки, по которым нужно... О, да ладно, там что, моя фотография? Боже, серьезно? Вот чё, что? Давайте я прочитаю. Это, у меня нет слов, честно, у меня просто... Я сейчас расплачусь, честно говоря. Это очень невероятно просто приятно. Люда, вы меня покорили. Я сейчас, я просто не читаю обычно вслух открытки. У меня слова, все, они улетели куда-то. Я не читаю вслух слова открытки, да, потому что, возможно, там есть что-то такое личное. И я думаю, вы заметили, да, что я никогда не произношу вслух. Но сейчас я прочитаю, да? С днем весны, с 8 марта, нежно проведи рукой по красным пайеткам, ты увидишь прекрасную женщину, чудесную мамочку и жену, талантливую рукодельницу. Вот такие слова были написаны, за что огромное спасибо. И вот что это обозначает, что нужно... Сейчас я все доделаю красиво. Что нужно вот по этим пайеткам провести... И здесь, соответственно, ты. Здесь, конечно, не очень удобно мне делать. Ну ладно. И здесь моя фотография, как это все видно. Вот, посмотрите. Здесь, конечно, преломляет свет, да?
и видно эти пайетки, но здесь моя фотография. Вот если я постараюсь отснять отдельным кусочком, потому что вот я так приподняла, и картинка вот вдали, да, смотрится совершенно по-другому. То есть здесь прям четкая фотография. Спасибо. А с обратной стороны логотип, ну не логотип, а название моего канала. И это наволочка на подушку. Это я такого не видела. Ну, то есть, как бы вот в вязальной тематике я такого еще не встречала. И спасибо, просто невероятное. Просто реально невероятнейшее. Огромное спасибо за такой подарок. Давайте распечатывать дальше. И, как вы уже видели, здесь миллион сладостей. Две шоколадочки. Вот такая с цельным фундуком. Молочный шоколад. Большая, огромная. А, произведено в Испании. Очень интересно. Здесь 175 грамм. Вообще, я безумная сладкоежка. Я не раз об этом говорила в своих видео. И, конечно, мы все это скушаем вместе с детками. С цельным миндалем, вот такой бабаевский. Все с орешками. Так, здесь есть еще чай. Чай мы тоже любим. Я люблю вот такие вкусовые. У меня руки трясутся. Это, я так понимаю, виноград. Давайте читать. Так, где читать? Вот здесь, да? Ой, как мелко написано. Curtis Isabella Grape. Ну, я так понимаю, это виноградный чаек. Спасибо. Далее коробочка. Вот такая. Здесь открыточка. Наверное, здесь нет. Здесь просто поздравительная открытка. А это... Возможно, это мыло или это просто... украшения. Давайте откроем. Хотя, конечно, такую красоту ведь не хотелось бы нарушать. Пахнет невероятно вкусно, и мне кажется, что это мыло. Хотя, может быть, нет. Может быть, просто. Ну, нет, не похоже на мыло. Что это? Здесь ничего не написано. Ай, очень странно. Ладно, я у Люды спрошу обязательно, что это. Ну, потому что по текстуре мыло совсем не напоминает. Но, возможно, я просто чего-то не знаю. Запах приятный, очень вкусный, приятный аромат. Ну, здесь вот, видите, ничегошеньки нету. Может быть, это Люда просто сама делала? Пахнет классно. Так, вот такая красота. Так, далее пойдем по пакетикам. И я так понимаю, что это детский пакет, потому что здесь вон киндер, и я вижу какие-то книжечки. Везде открыточки, так классно. А, это Алисе. Тут написано «Сияет радости солнышко Алиса». Классно. Так. Вафельные рулетики тоже. Киндер-шоколад. Алиса, кстати, у меня переняла любовь к сладкому. Хоть ей по возрасту еще не совсем положено, но она уже... Ну, бабушки у нас такие бабушки, да. Я-то как-то стараюсь ограничивать там пастилу без сахара давать, что-то полезное. Но бабушки у нас шоколадные. Поэтому, конечно, да, детки обязательно это съедят. И раскрасочки, да, прекрасные. Ой, такие классные, кстати, аппликации. Не, ой, не аппликации, а рисунки, как реально даже из моего детства. Я люблю вот это, такие, такого формата рисунки. Нежные, красивые и крупные. Лисенок скоро начнет рисовать. Может быть, через пару лет. О, овощи. К огородному сезону готовимся. Ну, и здесь вот такие. Так, спасибо. Следующий пакетик. Вот так. Это уже блокнотик. Я люблю блокнотик тоже. Блокнотик, ручка. Все, знаете, все подобрано. Все в одном стиле. Да, здесь розовый, здесь такой розовый классный. И, ой, там что-то интересное. Так, я прочитаю. Ага, здесь еще одно поздравление с 8 марта. Так здорово, так классно, вот столько открыточек, ну, маленьких, да, таких, очень интересно. И смотрите, это не просто, а, нет, просто тетрадка, да, но вот здесь вот начальная титульная страница, да, что можно
тут что-то написать. Начну, обязательно научусь. Тут мне обязательно надо прописать реглан погон. Нормально выучить, нормально вязать. Так, ну листочки. И в конце вот какие-то идеи, планы, важные даты. Очень милый такой блокнот, обязательно найду ему применение. Так, у меня кадр настолько маленький, что вам уже вообще ничего не видно. Давайте, может быть, вернем вот эту красоту в кадр. Розочки прекрасные, открыточки. Вот. Чтобы кадр наполнялся. Так, и далее у нас идет пряжа, а она тоже по пакетикам. Давайте я за кадром буду из пакетиков вытаскивать, но каждый моточек завернут вот в пакетик. Артисанчик, дорогой, любимый артисанчик. Ализа Супервош, артисан, носочная пряжа, 75% шерсть, 25% полиамид, 100 граммах, 420 метров и номер цвета 178. Очень приятный розовый цвет, классный. Ну, я думаю о свойствах артисана и о том, как я люблю носочную пряжу, и о том, какая-то хорошая пряжа, да. Не нужно ничего говорить, я думаю, что вы все знаете. Когда-то я не любила вязать носки и вязала их крайне мало, и только по принуждению, так сказать, по большой нужде. Но сейчас носочки постоянно у меня в процессах, и данный моточек пополнит мою носочную коллекцию пряжи. Далее, это раритет просто, водопад пряжи из Троицка, раритет, потому что ее прекратили выпускать, и уже практически нигде она не продается, можно только где-то, наверное, на Авито купить, ну, если кто-то свои хомячьи запасы продает, или, ну, в каких-то таких магазинах, где, в отдаленных, да, где очень малая проходимость людей, мне кажется, только так. Я из водопада не вязала. Это была моя такая тайная мечта, ну, вообще, пробовать разную носочную пряжу. И, собственно говоря, теперь эта мечта, благодаря людям, сбудется у меня. Пряжа водопад, 70% шерсть, 30% капрон, 400 метров на 100 грамм. Номер цвета миндальный называется почему-то. Хотя он такой розовый, красивый, но нежно-розовый. И так, номер артикул 3581, 100-граммовый моточек. И вот смотрите, такие вот цвета. Вот этот артисан более яркий, насыщенный, а этот нежно-розовый. Тик. Куда положим? Так, здесь у меня в следующем пакетике было полотенечко к 8 марта. И кремчик. Сейчас будем рассматривать. Ну, для начала полотенечко небольшое для рук, лица. Это мы тоже любим. Спасибо. Так. И крем для рук, вот такой от Faberlic. С чем? С чем? С шиповником. Давайте понюхаю я. Я понюхаю. А хотя нет, он тут так сильно запечатан, вот так вот, что я не буду его открывать. Нам ли, вязальщицам, не знать, насколько важно иметь всегда запас кремов для рук. Вот, спасибо. Да, это еще один моточек носочной пряжи. Это новиночка Ализе Full Time, и она сейчас очень на слуху, да, появилась совсем недавно, 75% Superwash Wool, заговорила на английском, нормально, 75% шерсть, 25% полиамид, номер цвета у меня 161, и это толстенькая пряжа в 100 граммах 200 метров, и тоже такого розового припудренного оттенка, просто невероятная благодарность за этот моточек. Просто реально у меня, ну правда, у меня нет слов. Посмотрите, в каких нежных оттенках все это подобрано. Розовый цвет, все как мы любим. Здесь еще лежит целая упаковка пряжи, целое упаковище просто. Это пряжа Gazelle Baby Cotton. Давайте я достану один моточек, и мы рассмотрим его с вами поближе. Итак, Gazelle Baby Cotton, 50 грамм, 165 метров, 60% хлопок, 40% акрил. Данный номер цвета, вот он,
Газал на самом деле так непонятно, всегда цвета пишут, ну вот они. Номер цвета 3447. Это невероятно нежная пряжа. Я, кстати, из газала вязала однажды только, и было это давно. У меня Данька еще вообще зеленый был, ему года 3, наверное, 4 было. Я ему вязала кофточку, ну такой кардиганчик. И тогда мне эта пряжа понравилась, но тогда она для меня была такой прям тонкой-тонкой. Ну, потому что тоже уже вам неоднократно рассказывала о том, что я любила там вязать в две ниточки, что-то потолще и так далее. Сейчас я, конечно, от этого отхожу, и я буду вязать из этой пряжи, ну, естественно, точно в одну ниточку. Здесь, кстати, спицы рекомендуются 3-4. Ну, вот я тогда на тройке вязала, Данюхе. И 10 мотков, 500 грамм, это полноценное плечевое для меня, и даже, возможно, Алисику перепадет. Да, нам точно этой упаковки хватит. Я в невероятном восторге, у меня, правда, нет эмоций, слов, я думаю, вы все это слышите. Я говорю огромное-огромное-огромное спасибо, Люда, вам за то, что этот подарок был собран с таким трепетом, с такой душой. Вот наволочка, честно говоря, меня просто поразила, сразила наповал. Мне уже было приятно от того, что здесь название моего канала, но когда я увидела фотографию, я правда обомлела, вот серьезно, у меня уже слова закончились тогда. Ну и, конечно, каждая деталь данного подарка дорога, она нужна. Ну, мы, вязальщицы, всегда знаем, да, что нам нужно, и, конечно, это попадание в самое-самое-самое сердечко. У меня были другие планы на этот месяц, но мне кажется, что вот этот моточек, может быть, еще подождет, но вот из этих двух я точно начну в ближайшее время уже вязать. Ну и, конечно, деткам я тоже раздам все эти сладости и попьем чай мы с мужем. Ну и, конечно, я сейчас еще спрошу у вас, что это за чудесные розочки, для чего они. И в комментариях, наверное, или в описании к видео вам подпишу, ну, вам, зрителям, что же это такое. Я просто, ну, действительно, не знаю, не понимаю. И девчатам, организаторам большое-большое спасибо за то, что вы нас вместе собрали. Ну, а вам, мои зрители, спасибо за просмотр. Я пойду еще раз наслаждаться всем этим подарком, еще раз прочувствую эмоции, когда буду монтировать это видео. Увидимся с вами совсем скоро, и всем пока-пока-пока.